Доброго времени суток, вы на канале Let's Hard Games, с вами Бабкин, и мы продолжаем проходить Castlevania на высокой сложности. Глава 13, холл замка, мы уже там были. It seems like only yesterday that I stood there upon that cliff top, looking down into the abyss of my life. Everything that I'd ever loved taken from me. Defeating the Lords of Shadow had been a hollow victory. Now I was on a journey that I could never imagine in my darkest nightmares. As I stood there contemplating my fate, a voice entered my thoughts, a cry for help that I could not ignore. A debt was owed, a life for a life, and what was left of my broken humanity felt obliged to do the honorable thing, to repay that debt. Looking back now, I realize that none of us has any real control over our fate. We are like leaves on the wind, to be blown wherever we may. Окей. А если быть точнее, мы как бы уже прошли, да, и видели финал. Даже финальный ролик, предысторию там, я не знаю, второй части Castlevania, которая будет в следующем году. А это, собственно говоря, DLC, если я не ошибаюсь. Интересно, кто с ним разговаривает. It's not safe for me here anymore. I have no one left to turn to. Gabriel, you must help me. Это не та девочка. Полувампир или кто она там? Возвращаемся в холл замка. Там, где мы играли, помните, в шахматы. А вот. Так, что у нас есть? Феи, да. Немножко святой воды. Скорее всего, тут уже секретов нет, я так понял, потому что, ну, я все собрал, все кристаллы, которые были. Все улучшения там на оружие и... Окей. Ой, что-то их много. Так, что это такое? О, она мне помогает. Круто. Ой. Надо хильнуться. Ого, большие, большие. You'll regret that.
Так. Окей, справились, да? I'm glad you came. Follow me. Как видите, тут такие кат-сцены набросками сделано, то есть не роликами, да, полноценные ролики не делали. Скоро придет могущественный какой-то демон, чтобы уничтожить этот мир. И по идее Габриэль должен его просто остановить. Также я понимаю, что в этом DLC будет показано, как мы превратимся в Дракулу. Почему-то я так предполагаю. As you know, years later, the Founders transcended as heavenly spirits, in the process creating the Lords of Shadow. It was not by chance that my mother chose this particular castle. Carmilla hated the other Lords, but she feared what could happen if the Forgotten One should ever escape. You have destroyed them, and so the power that kept the Forgotten One locked within his prison has been weakened. It's only a matter of time before he breaks free and returns to the world. I care not for the world or its problems. Then you are a fool! The creature will simply reduce this world to ashes in revenge for centuries of captivity. Everyone will die. There will be nowhere to hide. We are the only ones with power enough to stop him. Tell me, would you have the souls of the innocent on your conscience for eternity? Then show me what I must do. Mother once told me that the entrance to the ancient fortress of the Brotherhood was in this room. Головоломка очередная. Так, давайте посмотрим, что тут есть. Ну, естественно, скорее всего, свиток, который нам подскажет, да? Окей.
The entrance has to be nearby. Так, а что делать? Так. You must read the night scroll. Maybe it contains a clue. Не знаю, правильно, неправильно. Кстати, вот на единицу нажимаю вот, на тройку вот, и четверка это вот. А вот двойка не жмется. Понятно. Давайте, может, сбегаем. А, я понял. Давайте, что ли, подсказку, если она есть. Посмотрим, что я там понаставлял. Но я неправильно.
да, совсем практически неправильно. Примерно где-то так. Так что ли? Вроде тут еще развернуть нужно. Или я неправильно поставил? Да. Вот. Great, you did it. Спрыгнуть нельзя. Пальцы Франкенштейна. А где их добыть-то? Я даже предположить не могу. Так, ну ладно, на этом все. Спасибо за просмотр. С вами был Бабкин. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылочку вы увидите в описании. Пишите свои комментарии, не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч. Пока-пока.